Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь рецептом вкусных пышных оладий. Вам потребуется 3 яйца, 3 стакана теплого молока, 3 столовые ложки сахарного песка, пол чайной ложки соли, пачка ванилина, подсолнечное масло 3-4 столовые ложки для теста, 2 чайные ложки сухих дрожжей, и мука для пышной выпечки. Обязательно для пышной выпечки, для булочек и хлеба. В посуду наливаете теплое молоко. Добавляете в него также сахарный песок, сухие дрожжи. И муку 1,5 стакана, не больше. И все это вам надо тщательно перемешать. После того, как вы все это перемешали, накрываем полотенчиком или чем-нибудь теплым посуду и ставим на 30 минут к этому жидкому тесту дойти. В это время мы готовим яйца. Берем 3 яйца, добавляем пол чайной ложки соли, подсолнечное или оливковое масло, 3-4 столовые ложки. Но я уже добавляю на глаз. И все это перемешиваем. Мы тщательно перемешали. И мы добавляем через 30 минут эту смесь в тесто. Вот яйца в тесто добавляем. Туда же добавляем ванилин. В пачке где-то 5 грамм. Добавляем муку. Муки ровно столько, чтобы получилось тесто густой сметаны. Если у вас получится вот такое вот густое тесто, у меня немножко получилось гуще, чем надо, вы можете еще немного добавить подсолнечного или оливкового масла. А масло, кстати, придает тесту мягкость, оно бывает нежным. И еще раз мы все это укрываем и оставляем дойти тесту на 30 минут. Оставляем тесто. Вот такое у нас получилось тесто. Ложку я смачиваю, чтобы тесто к нему не прилипало, к ней. И жарим наши оладушки на подсолнечном или оливковом масле. Вот такие у нас получились пышные оладьи. Их можно есть даже на второй день, они остаются такими же вкусными. Приятного вам всем аппетита!